Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова я. И снова у вас патриот. Смотрите, что на сегодня сломалось. Я вам показывал в прошлом видео, что шоколадка сломалась на правой двери передней. А сегодня вот личинка замка, притом она новая. Я купил ее в июле и поставил новую с магазина фирменного УАЗа. Сразу заржавела после первой мойки с химией. И значит прошел, ну пусть июль, август, сентябрь, октябрь, сейчас ноябрь, конец. Вот 5 месяцев, за 5 месяцев полностью вышла из строя. Притом я смазывал силиконовой смазочкой. Думал, что на всю жизнь хватит. Вот смотрите, заклинило и замок. Ничего не работает, в общем. И мне машину даже не закрыть. А все двери с центрального замка, а центральный замок вот здесь. Так что буду менять, что делать. Такие не стал покупать, купил от Жигулей. От классики подходит, от пятерки, четверки, вот этих семерки, вот от таких моделей. Ну ладно, спасибо за внимание. Следующий ролик по скоростному открыванию двери для вас. Смотрите, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Никак. Вытаскиваешь. Все.